и тех, кто предоставляет услуги связи. Если взять, например, Этро, это такое очень направление, но тем не менее мы знаем, что структура, обеспечивающая безопасность государства и его граждан, этот вид связи достаточно успешен. Связь специального назначения. Связь специального назначения. Железные дороги, то же самое. Привлечь этих людей, посетить два события, проходящих в одно и то же время крыши, имеющих очень тесную логическую связь. В этом мы видим еще одну, скажем так, это то переформирование нами произведено принятием решения о запуске. Еще какие-то козыри увидим. Это три основных, но позвольте не все вынимать из рукава, пусть что-нибудь останется за кадром. Хорошо, еще такой вопрос. А, собственно говоря, ну, выставка под словом некое мероприятие. Те, которые выставляются, и те, которые, как говорится, приходят. Сейчас же проходят и конференции профильные, там же, семинары проходить. Вообще, собственно говоря, с точки зрения экспонента, который в выставке желает участвовать, выставка мероприятия – это не просто как это клюнет. Так было когда-то, это прошлые времена. Это, ну, могу сказать, что, к сожалению, что далеко не многие компании, в первую очередь, кстати говоря, называем не иностранные, слабо готовятся в том плане, что они считают, что, видимо, это не их сфера. Они, как бы, выражаясь, заняли, заказали, дальше, как говорится, выставочная компания нас раскручивает. Советовали экспонентам, как они должны готовиться, как они должны деньги, которые не вкладывают. Олег, очень важную тему. Она двуедина. Здесь есть два направления, по которым двигаться нужно параллелизатору, организатору. И сказал, времена, когда выстроенный стенд, резана ленточка, отыграл оркестр, двери и все, и дальше наша работа закончена. Нет, ничего подобного. Наша работа еще продолжается, поскольку создать интересную деловую программу, в которая поможет каждому конкретному посетителю принять решение инвестировать свое время в посещение выставки. А ведь не секрет. Хотели видеть в этих 4 дней. Это свой бизнес, круг задач, которые перед ними ставит компания. И вырвать из своего расписания ежедневного несколько часов для посещения, целый ряд стимулов, которые подвигнуты в офисе трудиться или поехать, или ехать на выставку, то нам нужна чаша весов, значимо перевесила в нашу пользу. Поэтому такое мероприятие сопровождается и конференции, а вполне возможно, что она будет многопоточная, и семинарами. Мы даем возможность лидерам рынка, активно работающим с бизнес-посетителем, продвигать свой продукт не только благодаря ду и работам на выставке, но и серии семинаров, презентаций продукта, чьих семинаров даже в том числе. Наша задача состоит в том, чтобы всем желающим примерно равные участие со стендом еще и какую-то лепту внести в деловую программу мероприятия. И рех должен быть насыщен активно событиями, но вместе с тем очень важно оставлять перерывы в этих событиях для того, чтобы люди, пообщавшись друг с другом, послушав о новинках, посмотрев презентации, могли спуститься на выставку, еще и пройтись по стендам и все-таки увидеть экспонаты. Параллельно сделать так, чтобы и каждый отдельно взятый участник тоже активно работал. Заплатить, печатать какое-то количество рекламных буклетов и сидеть и ждать, пока к ним на огонек нагрянет желанный посетитель. Целью мы распространяем неограниченное количество пригласительных билетов среди наших участников. Мы просим их, мы их убеждаем, мы звоним им, разъясняем. Нужно количество им данное бесплатно этих билетов.
Что делаем мы? У нас есть наша посетительская база данных. И мы, естественно, по этой посетительской базе данных и разошлем билеты, и электронные рассылки сделаем. И реклама у нас будет в специализированных изданиях, и реклама у нас будет наружная, реклама будет на радио и телевидении. Но что делаем мы? Мы рекламируем мероприятие в целом. Как таковое. Как таковое. Мы не можем посетителя X привести на стенд Y. Мы можем посетить. А зайдет ли он на стенд, личное дело. И вот здесь... То есть это марк, это фактически должен включиться в работу, причем на полную мощность, именно на эти 4 дня, маркетинговый. Более того, они должны включиться в эту работу загодя. Они будут пожинать итоги этих 4 дней, потом от своего генерального директора похвалу или нагоняй, в зависимости от того, как хорошо они сработали. Но включаться в эту работу им нужно как минимум за месяц, а то и мероприятие. В этом процессе, так сказать, режиме очень как бы активно участвуют средства массовой информации. Вот составляет вот этот еще, так сказать, третью часть взаимодействия вот этого и участвует в этом информационном потоке, который, ну, не скрою, многих лет высказывают свои мысли потом же выставочникам, что они не имеют на момент, они делают свою профессиональную работу, что было на